13 сентября 2015 года, Народная лаборатория. Вот, Владимир Дмитриевич, покажите наши изделия. Это мы там, да, они все видели, наверное. Это мы видели, а есть вот новое, то, что еще не видели. Давай. Что-нибудь новое, это... Так, вот здесь-то сейчас... понятно, как бы, лазерный луч, приемник. Значит, вот, смотрите, вот надо... Вот это вот подключить. Я решил, что прежде чем паять вот эти вот все стабилизаторы, вот у нас есть готовый стабилизатор. Вот и киевская лампа, которая выдает 4 вольта на светодиод. Так. Поэтому мы сейчас им воспользуемся. А, ты хочешь подключить? Да. Я уже пробовал, все нормально, уже не сгорело. Ну так, а я, кстати говоря, надо с этого Руслана показать. Сейчас покажу. Борис Евгеньевич сегодня обещался быть, нет? Скорее всего, нет, у него переезд сейчас, ему как бы не до того. Кстати, Руслана принес показать этот самый. Как его? Уровень. Но уровень не пойдет в наш, для нашего. А он на штатив закрепляется? Ну, крепится, да. Вот вертикальная. И в нашей, как бы, ну. Эксперименту не, да, не годится. Нам точка, в принципе, нужна. Да, но здесь развертка не нужна, собственно говоря. Если оттуда нужно аккуратно лазер вынуть, чтобы потом обратно вставить без развертки. Да, просто. Тогда можно использовать. Так что это... Вот такие вот поставить. Ну и, собственно, вот это как бы уже намажи, там, значит, один делает зеркала, например. Вот Саша делает электронику, которую делает, я вот это делаю. Поэтому... То есть вот есть как бы, ну, я на сферу приложения, интересно, так сказать. Не, ну на этот, во-первых, он нужен, вот этот прибор реально нужен. А во-вторых, ну, мы сделали уже заявление вроде как, что мы сделаем, добьемся, так что. Ну надо подумать. Надо делать. С интернетом здесь пока ничего, да? А? С интернетом ничего пока. С чем? Интернетом можно решить вопрос, все, деньги. Деньги. Покупаем йотовский модем за 3000 и где-то 1600 платим в месяц, и у нас 20 мегабит заявка. А здесь проводной не как? 20 мегабит. Ну или выше. Или как-то до. Нет, до 20 мне сказали. Вот международным я захотел. А обычный модем не годится. Нет, а обычный, что... Нет, ну, может быть, не йоту надо использовать. Нет, когда... там йоту чем хорошо? Йота это все-таки высокоскоростной. Смотри, у меня есть МТС-овский модем, я могу его, значит, на эксперимент. Пожалуйста. Но это надо компьютер собрать. Компьютер не проблема. Нет, компьютер не проблема, но это-то чем хорошо, что тут не надо, чтобы работал дополнительный компьютер, который раздает, что не надо. Там просто вот такая маленькая фитюлька. Так нет, проводной тоже не нужно, чтобы компьютер работал. Проводной, если сесть, был бы подсоединен. Нет, проводной как бы. Проводной это роутер. Но проводной мы здесь вряд ли подсоединим, потому что, во-первых, помещений еще мало всего. И это организации все. Здесь, как правило, интернет будет по ценам раз в 10. Так. Через какого-то провайдера, в смысле, беспроводный надо пользоваться. Нет, просто йота, она самая дорогая, как бы. Можно так, для начала попробовать от нее. Ах ты, блин. Ой, ребят, я, честно говоря, извиняюсь, у меня уже жена. Ну давай. Там внизу, что ли? Да нет. Нет, ну вот, я же говорю, время как бы оно самое такое. Я еще для истории меня рановато, конечно. Время надо будет. А для памяти? Ну, на долгую вечную еще рано. Тоже не хочется, да? Да. Все, ну тогда...
всегда на связи. Давай. Хорошо. Если что, чего. Да. Ну, ВКонтакте можно, да. Если зарегистрировать. Если нет, то по телефону. Я в будке. Всегда как бы. Давай. Ну все, тогда до связи. Хорошо. Вот. Вот, даже обратная полярность не спалила. Ага, хорошо. Вот. Там так. Сделана бабушка, как я и хотел. Что-то такое здоровое. Ну это ну, такая точка у нас. Это такая у нас точка. Ну ее регулировать можно, да? Она фокусируется, да? Нам-то надо. Не, она фокусируется внутри там. Нам-то надо на 2,5 метра. Как вот 2,5 метра, ну, грубо говоря, вот какой диаметр? Ну, миллиметров 10 получится. Так это 2,5 метра, думаете? Ну, примерно. Больше. Неважно, как бы. Рыхлый лазер. Не, ну нормально. Все как нужно. 8 миллиметров, 10. А плюс еще вот же он просвечивает. Лазер просвечивает вот этот экран. Вот. Вот здесь вот на сенсор сделан экран из пластика. А, ну то есть он, конечно, рассеивает. Ну вот здесь можно показать. Дополнительно рассеивает. Все, в принципе, через вот вполне себе пробивается. Да. То есть освещенность меняется. Видно? Да. Вот. Скорее всего, что-то подобное мы будем использовать, потому что иначе слишком большая. А там он фокусируется еще меньше? Тут можно вот эти вот. 30 миллиметров, вот, а он уже вот, 10. Вот здесь вот можно эту крутить. А, то есть но это поскольку все китайские изделия, но можно раз покрутить и потом уже все. Поэтому. Нет, ну я почему? Что или придется тогда ставить линзу там? А нет, там своя линза. Там же вот это крутится, это есть своя линза. Я имею в виду, вот ты смотри, на 30 сантиметров у тебя был 10 миллиметров. Ну и нормально. Ну нормально, а сенсор, а вот у нас сенсор, вот смотрите, размер нашего сенсора. 30 сантиметров, а здесь будет 2 метра. Тогда и надо все. Вот так вот развернуть его просто, друг к другу, и все. И воздействовать на луч вот здесь. Нет, ну это для тестов, кстати, да, для тестов мы так и сделаем. Но длина луча должна быть длинная все-таки, да. Для того, чтобы отклонение было большое. Нет, а когда будут зеркала, да, но вот сенсора, размер сенсора у нас и так не маленький, есть ли нет? Ну, здесь 8. Здесь я сейчас. Ну порядка 2,5 сантиметров между крайними точками. Вот, как-то так. А, кстати, да, идея-то хорошая. Вот мы сейчас развернем. Вот так вот. Хорошая мысль. Вот линейка, например. Так, значит, между. Поменьше. 2 сантиметра где-то. 18 миллиметров между крайними точками сенсора. Ну и нормально. Сейчас попробуем. Ну вот. А вот сейчас можно, но вот с этими винтами. Не очень, конечно, удобно, когда винты снизу. Ну да. Вот. Нет, потому там, что там здесь надо, там. Надо все-таки делать на пружинках. Где-то тоже один раз надо поставить. Или делать дыру снизу. Нет, планки. Чтобы отверткой можно снизу было задать. А ну видите, что вот эти боковые, понимаете в чем? Боковые они тоже держат. То есть если у вас поджато с обоих сторон, то в вертикальной плоскости она уже не вращается. Да. Вот. Поэтому тут надо как бы вот выставить. Да, действительно, пружины лучше, наверное, делать. Ну, до пружин мы еще не доросли. Ты разверни ее, тогда, может быть, сможешь снизу подкрутить ее. Не, ну, я понимаю, можно вот снизу. Отверчика.
Не да, Влад, вы лучше. Я знаю. Схема. Ну, и, что интересно, у него как бы есть центральная луч и есть такое слабое ареал вокруг этого луча. Что будет являться действующим? Ну, оно, я думаю, все будет смещаться. Просто центр, там интенсивность больше. Я думаю, что так. А я не думаю, что интенсивность в центре была сильно больше, потому что вот эта белая накладка, она рассеивает. Нет, накладка, да, после того, как... Но она все равно, как бы, она же рассеивает. Она не столько рассеивает, мне кажется, сколько ослабляет. Сейчас вот посмотрим. Вот. Не ослабляет, а рассеивает тоже. Ну, кстати, после накладки оно уже... Сюда, чтобы... Нет, вот смотрите. Нет, чтобы отсюда снимать. Ну, в общем, да, она... Она уже освещена сильно, то есть, да, видите... Она вот... ее даже к некой средней величине приводит. Да, ну, потому что вот с этой стороны, вот так вот, наверное, видно будет, да? Вот я... Вот здесь точка. А вот после экрана она уже толком не фокусирует. То есть точки как таковой нет уже на сенсорах. Разница в освещенности есть, а точки уже как таковой нету. Ну, с этим здесь специально сделана вот эта вот съемная вещь, то есть можно экспериментировать с разным материалом, можно поставить, можно убрать, да. Можно не такую плотную сделать, допустим, а менее плотную. Да. Там можно разные, можно хоть что, хоть светофильтр. Ну, еще надо зайти прицелиться на толстое стекло. Основание. Это как фундамент? Ну да, потому что здесь должна быть жесткость вот такая, чтобы он не играл. Конечно. Потому что мы ловим как раз этот эффект. Если оно будет играть, то мы как бы ничего не понимаем. А может даже камень какой-нибудь использовать? Ну, нет, камень, я не знаю, как с точки зрения эфира, стекло, мне кажется, самый такой материал. Ну, камень можно, наверное, заказать, но это будет в разы дороже, чем стекло. Есть стекольные мастерские, где можно, я думаю, вот сантиметр, полтора заказать стекло. Ну, это в последнюю очередь заказать. Не, ну вот, кстати, с лампы, оно вроде как все работает и не перегревается. Если что, здесь можно тоже достаточно легко вот это вот. Давайте сейчас. Здесь 5 вольт, да? Здесь 4 вольта. А там 4,5, то есть как раз. Вот, видите, как тут сделано. Ну, здесь вот эта пробка. И вот как не хотел, вот это вот вместо батареек, вот эта бабушка, которая делает контакт. А кнопка у нас так получилась, что она зажимается. Вот и вот. Но здесь идея-то в чем? Что можно, если вот мы спалим указку вот эту, мы легко берем другую указку и без переделки ее туда ставим. Я пока не встретил, кроме вот этой вот. Они в ларьках продаются. Да вот ларьках. Не нашел ларьков. Это же тонтон. Да, тонтовая. Ну вот, кстати, вот она еще зависит от того, как она здесь. То есть вот выведена. Центр практически, а вот оп, и уже луч ушел. Так, ну тут закрою его, я отсветил. Так, нет, я вот. Так, здесь как бы идет три там точки. И той тоже. У того лазера тоже три точки. Нет, как три. Ну я вижу три или четыре точки.
Нет? Не знаю. Давайте мы на большом расстоянии нужно заодно там. Ну, давай, на белом. А вот у нас белая, да, вот. Так ее надо тогда не наискосок, а фронтально. Ну вот я вижу, как 4 источника, нет? Да нет, он просто в одной плоскости. Или это у меня астигматизм? Мне кажется, это астигматизм. Нет, здесь оно размазано очень интересно. Ну, интересно, что? Точки там или... Нет, там не точки, там как бы интерференция такая идет. Там как будто линза и похоже на линзу Френеля. Да. Интерференция идет. Это астигматизм, судя по всему. Не, ну да, вполне возможно, что что-то и стоит такое. Типа той же... Там однозначно стоит линзочка вот эта вот перед, после диода. Ты воду это принес? Да вот он уже вскипел. Давно уже вскипел. Вскипело уже? Да, ну, так надо заваривать. Кто чего? Значит, тоже мы сидим. Вон у нас есть... А сейчас мы притащим чайник, чемодан. Вот это снимем. Вот. Это так, солдат работает, да? Солдат работает, надо сейчас вилку к нему сделать. Как, вилку? Вилку, да. Нормально. Электрическую, а и это... щупы подключить. Ну, это же советская. Она не влазит в те розетки. Вот. Ее надо либо пилить. Так вот, она здесь вылезла, наверное. Ну, тем не менее. Хотя по материалу там батун честная. А сейчас не честная. Так а сейчас китайцы делают и железо. Это вообще убийство. Это корректный документ. Покрыто обмененно, что ли? Да какой-то краской слой. Ну что, можно заваривать еще. Поэтому все. Если ходить вилки, розетки, выключатели покупать, надо ходить с магнитом. И смотреть, если притягивается, это барахло. Мне вот интересно, почему транзисторы притягиваются? Тоже у них выводы, что ли, металлические или как? Там смотрите, ты имеешь в виду пластмассовым корпусом? Ну да, да. Вот но... Притягиваются транзисторы. Хотя вроде как не должны. Значит, что-то металлическое, металлическое есть. Я, кстати говоря, я пробовал с магнитом провод обычный. Притягивался немножечко. Ну вот. Такие вот. Это в магазине тоже я искал, когда не магнитный крепеж. Тоже там латунные болты. Вот, ты говорят, у нас мебель. Ну конечно, как. Это самое важное. Будем, нам понятно, вот надо. Понятно. Ребята, заходите. Так не жили. Заходите на огонек, чайком угостим. Нужен мастер чайной церемонии. Будем в начале конце проводить. Чайной церемонии. Чайную церемонию. Выключаю. Лопасти такие кондовые. Это от микро-ВМ. Так, и мы писали, это микро-ВМ. Она занимала там не три здания, а одну комнату всего. Это микро. Да. Ну что, кому что заваривают? Я когда-то работал на ЕС-2010. Это комната такая была такая. Ну там много было, кроме центрального. Которую производили в Минске. В Минске? Я в Минске ездил на курсы, там не помню сколько месяцев там был. Ну, частично там делали какие-то в Болгарии части этого дела. Такие, значит, эти внешние устройства, я не знаю. Помнишь, может быть... Из которых антенны делают?
Нет, я имею в виду, помнишь? Жесткие такие, диски, да. Так, нет, не жесткие, а вот, как они называли? Ну, емкость была 20, по-моему, мегабайт. Ну, это серьезно было. По тем временам. Так что вот, ладно, наверное, мы сделаем сейчас перерыв.